Всем привет, друзья, с вами снова я, Жека, и сегодня мы с вами посмотрим на очередную модификацию для игры Euro Truck Simulator 2, и сегодня это у нас будет MAS 5432 для версии 1.2 для версии игры 1.28.1.3. И давайте продолжим его смотреть. Точнее, давайте на него посмотрим. Итак, у нас имеются три кабины, которые имеют раз, два, один опять. Еще, и опять два вопроса. Итак, видите, у нас колеса опять появляются. Ну, давайте вернем одну к первую кабину. И посмотрим на его текстуры. Ну, тут вообще шеллак. Тут мерцает. Понятно, мод посредственный. Кабина сделана под старую. Тут щель. Тут щель. Тут чувак сидит не такой, какой там, какой обычно, да? Того чувака куда-то закинули. Ну, это такое. Двойной руль, имейте в виду. Ну, движок тут качественно проработан, не спорю. Вот тут вот очень коряво. Пластик на крыльях корявый, сразу говорю. Номер российский, понятное дело, что дело России, ну, русский. Опять мерцающая текстура. Ну и вроде как все. Пока что на данный момент все. Итак, в чем разница? Вы видите разницу? Я лично нет. Только в цене. Окей. О, у нас появился спойлер. Ура! Ребят, у нас появился спойлер! Что за бред? Где бампер попал? Кстати, у него, да, у него имеется шасси тандем. Но сейчас этого делать не буду. Итак, у нас имеются движки. ЯМЗ-шный 420 лошадок, 238 лошадок неизвестно какой, точнее, ой, 560 лошадок неизвестно какого производителя, 730 лошадок тоже неизвестно какого производителя. Кстати, забыл сказать, он продается в салоне Scania. У нас две оптикрузовские коробки. Салон, конечно же, свой, со спалкой. Это замечательно. Мазурик. Табличка, рычаг переключения передач. Ну, в принципе, по салону, кроме вот этого вот места, нареканий нету особых. Ну, тут полигонов мало, тут что-то какая-то непонятица, да. Зеркала просто... Знаете что? Это трэш-обзор. Это трэш-обзор. Я еще не удивлюсь, если он сейчас краситься не будет. Ребята, он и не красится. Это трэш-обзор. Я даже ссылки на скачивание не оставлю. Шины хотя бы меняются. Да. Шины меняются. Колес своих нету. Зеркал своих. А, теперь они работают. Ура. О, господи. Да покажите мне этого автора. Я ему мозги, блин, поставлю на место. То больше пользы будет. Тут ничего нового, я думаю, не будет, да? Да, конечно же. Куда же ты без этого? Здесь вообще ничего поставить нельзя. Кроме зеркал и бампера. Кстати, что у нас с шасси тандем? У нас есть что-то интересное. А, у нас тут есть будочка. У нас тут есть будочка. Вот такая и вот такая, да? Но в ней ничего не ткнешь. Замечательно! Это реально, ребята, это трэш-обзор, и я не буду оставлять ссылки на скачивание. На кой фиг вас нужно калечить этим модом? У него щелей дофига и больше. У него мода, ну, у него тюнинга ноль. И он реально трэшовый, он реально трэшовый. Ребята, это трэш-обзор, я не буду оставлять на него ничего, буквально в смысле этого слова. Ну, ладно, итак, мод мы сделали. А, хотя бы оптика работает. Ребята, это трэш-обзор, так что не обессудьте. Я не собираюсь оставлять... Вот видите, он продается в салоне Scania, первый слот. Не собираюсь оставлять на такой мод ссылку. Я не хочу, чтобы вы себя калечили. Если он сейчас еще и вылетит, ну это вообще уже край. Край прелести. За руль. Только вылети. Не вылетел. Отлично. Ну что ж, посмотрим на этот масс.
Это пока что жутко недоделанный грузовик, это бесполезица пока что полная, пока что. Замечательно, у него еще и тень поганая. Что здесь с зеркалами? 4. Блин, ну какое-то, блин. Вы видите это? Тут зеркало даже, вот, блин, ну, через одно место здесь хотя бы видно, да, то, что два переднего зеркала нет, оно тут и не нужно. Тут хотя бы по-нормальному настроено. 4. А, сразу два. Замечательные технологии. Так, у нас уже подалось питание. Давайте посмотрим. Брызговиков нету. Еще один минус. Габариты, ближний, дальний. Ничего не меняется. Итак, теперь давайте залезем внутрь. Подсветочка появилась на ближнем. Ну и дальний отображается. Уже хорошо. Ближний тоже отображается, но через одно место. Замечательно. Просто восхитительно. Поворотники. А, чувак, ты в курсе, что здесь два их? Этих лампочек. Очевидно, нет. Снаружи. А сзади? А сзади они работать не должны. Лампочка не мигает, минус. Задние фонари не работают. Зашибись. Что это? Я забыл проверить дождь. Я забыл, смывают ли дворники. На удивление смывают. На удивление. Нихера он подрывной. Блять! Вот за чизая нахер. Во что я врезался? А, кстати, да? Вы видите, что там? Вот. Крышечка. Было прикольно, если бы она дребезжала. Уху! Блин, как он подрывает, ребята! Кошмар! Ну, он веселый, да, не спорю. Но это трэш. Давайте прицепимся, немножко его протестируем по-быстренькому и все, и выходим. Но он здоровский, по скорости, да, он хороший. Иконки, кстати говоря, есть, да, спальник. Так, коробка, точнее передачи у него очень-очень маленькие, очень короткие. Кстати, давайте посмотрим на кое-что еще. На удивление подвеска работает. Так, тут есть грузы? Угу, отлично, они тут есть. Где-то за работу. Но я не буду оставлять ссылку на скачивание. Хотя нет, он еще не трэшовый, не такой трэшовый, как бывает. Стой. Но задние фонари не работают. Ладно, он не стоит вашего внимания по ссылке. В принципе, его найти можно легко. Но не через меня, потому что я этот мод не поддерживаю. Он работает через одно место.
кстати, где чувак? А где чувак? Куда вы чувака запихнули? Ну вот это зеркало, это, блин, что-то просто кошмарное. Мне больно туда смотреть, ребята. Мне очень больно туда смотреть. Правое зеркало настраивается через одно место. Турбина орёт, как не в себе. Замечательно! Ни черта не видно. Сколько можно... Седьмая передача. Да пошли вы нахрен, блин, я не знаю. В это правое окно нифига не видно. За шторы. Ну, ребята, он такой, это трешняк. Уже 40. Пустите меня, я на мазе еду. Кошмар. Это не мод, это кошмар. Здесь даже звук через... Говно. Серьезно вам скажу, здесь звук говно. Кошмар, уже 90. В общем, кто хочет погонять, я не знаю, блин. Но этот маз для вас подойдет. У-ху! Давно я так не веселился. На тебе! Ты меня решил подрезать? А вот я сейчас тебя сам подрежу. На тебе, испугался? Давно я так не веселился. Сейчас мы его протестируем на максимальной скорости, хватит на этом. Это кошмар, ребята, это буквально с этого слова кошмар. 110. Ёперный театр. Куда вы смотрели, когда крутили мы тут 120? И еще жило, еще сделал все, и все еще в зеленой зоне. Обалдеть. Такого даже на европейских грузовиках нету. Ладно, ребята, я ошибся. Я оставлю ссылку на скачивание, потому что он веселый. Он даже не перевернулся. Обалдеть. Ну что ж, на заправку и все, и хватит на этом. Ну что ж, дорогие друзья, где-то я этот звук слышал. Ладно. Так или иначе, всем большое спасибо за внимание. Ссылку я все-таки оставлю в описании. Потому что все-таки он веселый. Хоть это и трешняк, но не такой, какой я видел. Конечно, задрал высоко трейлер, но это ладно, это такое. Можно было и пониже сделать. Ребята, короче... Думайте сами, решайте сами. Я сделал только обзор. По факту, это трэш. Из-за зеркал, из-за неработающей задней оптики, это трэш. Уважаемый автор, если ты меня сейчас смотришь, пожалуйста, доделай этот мод. Тут даже ручек нету. Вот смотри, вот здесь... Ручек нету. С другой стороны, тоже ручек нету. Удивительно.
Настрой левое зеркало. Правое зеркало подели напополам, потому что оно работает... черти как. Ну да ладно, в принципе, по факту, ну-ка. А не, оно здесь двойное. Все в порядке, все правильно. По факту мод неплохой, задумка неплохая. Крыша у нас здесь, да, низкая. Спальник, я не знаю, я не могу там ничего посмотреть, потому что нет шагалки. Это такое. Салон, по факту, можно было бы еще затюнить, но так, чтобы это люди делали сами. Обзор я, ну точнее, ссылку я оставлю. Щели желательно заделать. Тут не хватает топливного бака или какой-то запаски. Вот тут. Либо топливный бак, либо запаску. Причем не мешало бы, либо, ну, выбор поставить. Тогда было бы просто гениально. Движок здесь просто замечательно видно. Он даже, вот мне это нравится. Что еще? Ну, по нареканиям, вы сами все слышите, вы сами все слышали, вы сами все видели. На козырьке щеляга, но может быть это так и должно быть. Задумка то, что он ржавый, это интересная задумка. Но задумка то, что он не красится, это плохая задумка. Потому что, ну, синий не каждому понравится. Мне-то нравится любой цвет. Потому что, ну, в принципе, что не дай, то я съем формально. Ну и пошло-поехало. В общем, ребята, решайте сами. Всем большое спасибо за внимание. Все ссылки в описании. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Рассказывайте всем своим друзьям про мой канал. Проходите по ссылке в описании. Подписывайтесь на мою группу в ВК и в Одноклассниках по АТС и ЕТС. Всем большое спасибо за внимание. Всем огромнейшей удачи. Еще увидимся. В этом вы можете не сомневаться. Ну и всем пока-пока.